Городскую автостанцию готовят к сносу. Помещение освободили от людей и мебели. Кассы переехали в соседнее здание трамвайного управления. Они работают в обычном режиме. На старом месте осталась только сотрудница комнаты гигиены. Ирина проработала на автостанции 7 лет. Сегодня она подсказывает горожанам, куда обращаться за билетами. Старый автовокзал снесут в ближайшее время. Инвестор пообещал построить новое здание уже в следующем году.